гуляем в лесу, и нам встречаются все время вот такие вот странные грибы. Я раньше их никогда не встречала. Может быть, кто-то знает, что это за гриб. Они просто гигантские, их здесь очень много. Здесь вообще много грибов, но в основном все поганки. Пока что мы не встретили ни одного съедобного гриба. Такой здесь лес симпатичный. Он очень большой. Здесь никого нет. Кроме одной парочки, которая прошлась уже здесь пакетом. И собрала все съедобные грибы, которые здесь были. И мы ничего теперь не можем найти. Вот смотрите, еще один гриб. Они просто огромные. Очень странные. И это, кстати, не земля. Это они выделяют вот такую вот жижу непонятную. Очень странный гриб.